Жители села Борзовая Заимка города Барнаула возмущены прокладкой магистральных тепловых сетей. Люди опасаются, что стройка, которая проходит по берегу реки Барнаулка, приведет к вырубке деревьев вдоль берега и как следствие его разрушению, а в дальнейшем и к подтоплению жилых домов. Суть проблемы заключается в том, что на сегодняшний день есть проект, как нам в принципе сказали, есть проект на строительство теплотрассы, наземной теплотрассы, и она должна пройти, вот если показать буквально на местности, она должна пройти по берегу реки. Естественно, мы живем в непосредственной близости, рядом с рекой, и те насаждения, которые сегодня есть, а завтра их просто не будет в связи с реализацией этого проекта, естественно, может повлечь, на наш взгляд, конечно, может быть, мы и заблуждаемся, требуют соответствующие экспертные оценки, и мы этого тоже бы хотели, того, как, что сегодня обеспечивает стабильность и устойчивость почв именно на берегу. Мы беспокоимся и в том числе по вопросу экологической безопасности, поскольку здесь район паводковый, и в прошлом году здесь была очень серьезная ситуация, практически чрезвычайная, на мой взгляд, когда к мосту этому пешеходному, в принципе, нельзя было подойти, люди по колено брели, и, в общем, это единственный источник сообщения между двумя половинами нашего поселка. То есть, получается, вот, общественный транспорт, остановка здесь, и дети ходят, и взрослые, соответственно. И в этом смысле трасса здесь вообще непонятно, каким образом должна появиться, и что она тут будет делать. А сейчас мы прошли и видели эту ситуацию реальную абсолютно. Забиваются трубы на глубину 8 метров, а у нас у всех скважины. Завтра это может повлечь нарушение водоснабжения наших домов. Мы видим, что ломаются деревья на каком-то непонятном основании, хотя прекрасно все знают, что сегодня зеленые насаждения под особой защитой находятся в городе. Опять же, нет соответствующих разрешений на эту вырубку, нам говорят, мы их предоставим. Когда предоставим, а деревья ломаются сейчас. Оценка сегодняшнего подрядчика, что мы все сделаем, у вас тут все будет надежно, нас совсем не устраивает. Нам необходимы достаточно для этого основания и проектные, и с точки зрения закона, и с точки зрения оценки специалистов. Строительство ведет сибирская генерирующая компания. Тепловая сеть пройдет от ТЭЦ-3 к поселку Южный по территории села. На встречу с жителями Борзовой Заимки пришли представители подрядчика. Однако убедить людей в безопасности строительных работ они не смогли. Не смогли также показать проектной и иной разрешительной документации на строительство. Более того, не показали даже землеотводных документов. Первое, что меня волнует, это законность проведения этих строительных работ. На мой взгляд, у производителей этих работ нет никаких разрешительных документов, никаких экспертиз на проведение работ, ну, в пойме, можно так сказать, реки Барнаулки, в прибрежной зоне. Ну, мой вопрос, и некоторые другие товарищи спросили, вы будьте любезны, покажите нам хотя бы копии всех разрешений на право проведения земельных работ, на право проведения вырубки лесного массива здесь, вот какие, кем подписаны, как, что. Они молчат. Строящаяся тепловая сеть магистральная, а значит, она будет являться объектом повышенной опасности. И прокладывать ее по берегу реки, который в любой момент может обвалиться, значит подвергать опасности жителей близлежащих домов, а также ставить под угрозу систему отопления поселка Южный. Дома в опасности, берег рушится. Вот у нас, где вот островок, вон, может, будете снимать, увидите. У нас раньше этот берег как раз вот до того островка был. И вот за это время вот он уже весь обломился, оборвался этот берег. Вот это вот тепло тянут, будет нарушена земля, будет нарушена, будут деревья все равно будут спиливать все это, и будет все вот это вот подмываться. У нас там лишь были плиты, люди ложили сами плиты, люди засаживали деревья, только чтобы не подмывало дома. Жители Борзовой Заимки такое положение вещей не устраивает. Они требуют ответов от органов власти и не намерены останавливаться. Мы пойдем до конца, потому что это наша жизнь и жизнь наших детей, внуков. До нас дошла информация, что жители вот этого берега Барнаулки, значит, здесь проводят какие-то, значит, строительные работы, проводить будут теплотрассу и, соответственно, ущемляют тем самым интересы жителей вот данного, ну, будем говорить, данной вот этой зоны. У заказчика не оказалось никаких разрешительных документов на строительство, на проведение здесь работ. К сожалению, значит, он не смог нам ничего показать. Будем надеяться, сейчас у нас все это будет под контролем. И если будут какие-то, значит, возникать проблемы, с жителями договорились, что по первому же, так
так сказать, сигналу. Мы будем в это дело, значит, вникать и постараемся жителям помочь. Если это строительство ведется не согласованно, я думаю, что это прекратится. Мы с этим делом будем держать на контроле и разберемся.